Сука, как меня сейчас бомбит, вы просто себе не представляете, какой у меня сейчас был дикий, просто фейл, сука, блядь, здоровеннейший такой фейл. Вот даже сейчас записываю это видео, у меня в этот момент начинает кричать и плакать почему-то дочка, она просыпается. Но есть мама, я надеюсь, она подойдет и все будет хорошо. Короче, записал такое крутое полноценное видео про тунца. Вот там, где я разрывал, короче, седьмую кошмарку, просто, блядь, вот так вот, вот бржал и, сука, пым-пым-пым-пым, разрывал ее, ребята, понимаете? Я ее вот по полной программе разрывал, прошел три кошмарочки, да, первое, на три звезды, я не знаю, сейчас вам ставлю эти отрезки, не вставлю, найду, не найду. Короче, просто меня бомбит, я думаю, что вообще ничего монтировать не буду. Просто взял, сделал вторую эволюцию Деду Морозу. Смотри, да, он у меня уже со второй эволюцией, да, ребятушки? Лайк-то поставь, блин, ну я тут, между прочим, душу изливаю. Вы просили тунца, елки-палки, запиши. Вот, записываю уже вместо одного видео два видео про тунца. Правда, вы увидите одно. Короче, сделал еще эволюцию Бигфутику, там силушку подкачал, ну вот все, выпуск, вот, вундаба, открыл ништяки. А, все по красоте было, попробовал пройти волну АГ, вот, понял, что ломают здание и надо переделать расстановку, и тогда пройду. Попросил вас поставить 2000 лайков набрать, чтобы я записал видео и переделал расстановку и прошел волну АГ. Короче, просто сумасшедшее видео, шикарнейшее, сука, записал видос, вот, но забыл включить микрофон. Да, забыл включить, сука, микрофон. И получилась такая ситуация, что просто, сука, не записался звук. И, бля, обидно. Обидно. А, не знаю, какие-то, наверное, вставки сделаю, не сделаю, да, как я там что-то пытался пройти. Вот, тогда поговорим на такую тему. Раз уж у нас тут такая, знаешь, распиздяй контент у нас получается. Записываю видео о том, как у меня не получилось записать видео. Хотя, в принципе, его, конечно, можно выложить под музыку. Бля, а может сломать систему? Блять, может, ну его нахуй, короче. Блять, ну а чё я теряю, ёпта? А давайте, блять, тунца под музыку выложу. Вот, блять, когда-то по битве замков весь контент заключался в том, что были просто видосы под музыку. Давайте, я не знаю, может быть, давайте сейчас балаболить не буду. Серьезный разговор по поводу тунца у нас будет в другом выпуске. Хуярим лайки, мне похуй, бля. Я знаю, видос говно сейчас, да, потому что это я. Но хуярим лайки, короче. Может, запустим стрим по прохождению седьмых кошмарок. Сегодня будет стрим по Red Dead Redemption вечером. Скорее всего, он будет ламповый. Заходите в гости, буду рад вас всех видеть. Короче, блядь, сука, антихайп, бля, поебать. Смотрим под музыку, бля, мой неудавшийся видос. Вот так вот.